Волковысская детская школа искусств. Филатова Алиса. Читает стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт». Здравствуй, папа. Ты опять не снился. Только в этот раз и на войне. Я немножко даже удивилась. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний. Ну такой же самый, будто не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется, я вижу и висну на тебе. Мы с тобой начали бороться, и, конечно, победила я в борьбе. А потом я принесла тебе 2 осколка, что нашла недавно у ворот. И сказала тихо-тихо, скоро елка. Ты приедешь к нам на Новый год. Как сказала, тут же и проснулась. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась. В изумлении плюнула тьма. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж не сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый. Ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький, голубчик мой родимый, знаешь, вправду скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, поскорее фашистов одолеть, чтоб они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было жить, чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя любить. Чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай от меня привет, пожелаем всем куда.